Это только несколько товаров для туалета и кухни из 25 тех, что в видео. Подборка с 25 классными товарами для ванной и туалета готова. Думаю, вам понравится. Тем более, что Черная пятница уже началась и продлится до 28 числа. Так что затариться к Новому году самое время. Приятного просмотра! Ночные походы в туалет никогда не были простым занятием, поскольку включение яркого света ослепляет, а в темноте ничего не видно. Компромиссным решением является установка фоновой светодиодной подсветки, оборудованной инфракрасным датчиком. Последний автоматически включает устройство в случае обнаружения тепла человеческого тела. Устройство поддерживает 8 различных оттенков света и работает от 3 батареек. Крепление осуществляется под ободок унитаза. Дистанционно управляемая крышка для унитаза. Если обычная сидушка на унитаз выполняет ограниченный перечень функций, то умная версия позволяет существенно расширить его. Это приспособление способно автоматически открываться и закрываться, оборудовано встроенным средством для подмывания, а также подогревом. В зависимости от модели, устройство комплектуется встроенной панелью управления или дистанционным пультом, а также в устройстве есть особый режим, предназначенный для детей. Модуль управления биде. В том случае, если из всех дополнительных функций умной сидушки требуется лишь биде, то разумно воспользоваться отдельным универсальным модулем, который подходит для большинства стандартных моделей унитаза. Три регулятора позволяют выбирать режим работы, настраивать уровень напора, а также управлять нагревом жидкости. Корпус приспособления выполнен из пластика. Комплект содержит инструкцию, а также детали, необходимые для самостоятельной установки. Писсуар для деток, выполненный в виде забавной лягушки, оборудован двумя присосками для крепления кафельной плитки и обладает встроенной вертушкой, которая вращается под напором жидкости. Приспособление выполнено из пластика. Пользоваться таким писсуаром могут детки возрастом от 8 месяцев до 6 лет. В качестве декоративных элементов здесь имеются изображения выпуклых глаз и согнутых лапок. Гигиеническая ручка для подъема крышки унитаза. Даже если унитаз подвергается регулярной чистке с помощью мощной химии, то все равно многие предпочитают поднимать сидушку таким образом, чтобы избежать прямого контакта кожи рук с ее поверхностью. С помощью довольно простого приспособления делать это можно без особых усилий. Гигиеническая ручка крепится под ободок и обладает складной конструкцией, то есть не занимает много места. В наборе содержится сразу 3 таких приспособления, которые отличаются друг от друга цветом. Простое электробиде. Это удобный и быстрый способ усовершенствовать любой санузел в соответствии с современными гигиеническими требованиями. Электронное биде позволяет не только заботиться о чистоте и здоровье всех членов семьи, но также экономить природные ресурсы. Такое электронное биде очень легко устанавливается. Оно не вызовет трудностей даже у новичка, а времени займет менее часа. Регулируемые выдвигающиеся форсунки дают наилучший эффект орошения для самых различных комплекций, как мужских, так и женских. Умная насадка на кран. Простое, но необыкновенно водосберегающее устройство, которое легко собирается и превращает традиционный кран в современный сенсорный. Две зоны сенсорного реагирования и 2 режима подачи воды, а также высокая скорость срабатывания – 0,25 секунды. Чтобы открыть кран, теперь достаточно поднести руку к насадке. Это не только удобно, но и безопасно, ведь инфракрасное управление устраняет риск перекрестного загрязнения. Датчик реагирования находится в нижней части насадки. Чтобы открыть воду, нужно поднести руку в зону действия датчика, это в пределах 10 см. Когда рука покинет зону реагирования, струя воды остановится. Если рука остается в зоне действия датчика более 20 секунд, подача воды автоматически прекращается. Зона реагирования бокового датчика 5 см. Поднесите к нему руку, чтобы включить непрерывную подачу воды в течение 3 минут. Чтобы преждевременно выключить воду, поднесите руку к датчику еще раз. Скамейка для унитаза. Позаботиться о том, чтобы каждый ваш визит в туалет стал более здоровым. Она ставится на полу у унитаза и позволяет поднять ноги в позу на корточках. Доказано, что этот способ облегчения более полезен для здоровья. Когда вы поднимаете ноги, ваш желудочно-кишечный тракт распрямляется. Ровное положение тракта означает, что вам потребуется меньше усилий и вы проведете меньше времени на унитазе. Для комфортного пребывания в туалете со скамейкой в ней предусмотрен освежитель воздуха. Это замечательная вещь, сделана из качественного пластика и прослужит вам долго.
Мягкий нескользящий коврик для ванной комнаты с пенным наполнителем, сделанный из флиса. Прекрасно впитывает влагу, легко моется и быстро сохнет. Коврик создаст в ванной комнате современный акцент и обеспечит ножкам тепло и безопасность после водных процедур, а также комфорт во время выхода из душа и в то же время защитит вас от падений на скользком полу. Волокна коврика скручены и обладают множеством капиллярных каналов, чтобы хорошо впитывать влагу, обеспечивая сухость и безопасность под ногами. Ворс коврика мягкий и приятный, а насыщенный цвет и рисунок четкий и стойкий, благодаря современной технологии окрашивания реактивной печатью. Для ухода придерживайтесь температурного режима, отжима и сушки на бирке производителя. Пистолет для прочистки канализации предназначен для выполнения прочистки труб диаметром до 40 мм. Конец спирали имеет грушевидную форму. Для большей надежности и прочности инструмент оснастили стальным барабаном, стальным оцинкованным тросом и усиленным наконечником спирально-конической формы. Таким образом, производителю удалось увеличить рабочий ресурс инструмента. Девайс очень полезный в любой квартире либо в доме. С ним вы без проблем очистите трубы с любой сложностью засора и грязи. Золотой унитаз. Наверное, у Януковича спионерились в Межигорье. Ну прям 100%. А вы как думаете, позолоченный унитаз – это символ необузданной роскоши или смелые дизайнерские решения? Ну, каждый решает его по-своему. Одно можно утверждать с полной уверенностью – такое приспособление для обустройства туалета действительно есть, и его можно купить, если в распоряжении имеется довольно солидная сумма. Позолотой и золотистой краской здесь покрыты все элементы изделия, включая сидушку, а также смывной бачок. Весит такое приспособление около 70 кг. Автоматический освежитель воздуха. Неприятные запахи – это естественное следствие посещения туалета. Для того, чтобы избавиться от них, придумано немало средств, включая аэрозольные баллончики. Преимуществом этого приспособления является наличие датчика освещенности, с помощью которого прибор автоматически активируется, когда в туалете гаснет свет. Ароматическая жидкость заливается в емкость и выдувается при помощи вентилятора. Пленка Вантус для прочистки унитазов. Южнокорейская разработка, способ использования которой заключается в приклеивании ее краев к ободку унитаза и ритмичному надавливанию в центр образовавшегося пузыря. Воздушная прослойка между пленкой и сливным отверстием в этом случае будет углубляться в трубу. Действие точно как вантус, но намного чище его, то есть без посторонних брызг в лицо. Эта пленка отличается высокой прочностью, которая позволяет не беспокоиться о том, что руки продавят ее тонкий верхний слой. Каждая из двух пленок, входящих в комплект поставки, предназначена для однократного использования, после которого ее можно просто выбросить в мусорное ведро. А вот, кстати, и ведро, удобное и стильное. Крышка легко открывается нажатием кнопки. Можно вставить внутрь два мешка и сортировать мусор. Подошва ведерка не скользит, что повышает гигиеничность и безопасность использования даже на влажном полу. Красивая обтекаемая форма бака не просто передает ему приятный глазу вид, но и обеспечивает компактное расположение. Такой предмет легко можно уместить между столом и холодильником, в ванной, либо в туалете. Скамеечка для туалета. Позаботиться о том, чтобы каждый ваш визит в туалет стал более здоровым. Она ставится на полу у унитаза и позволяет поднять ноги в позу на корточках. Доказано, что этот способ облегчения более полезен для здоровья. Когда вы поднимаете ноги, ваш желудочно-кишечный тракт распрямляется. Ровное положение тракта означает, что вам потребуется меньше усилий, и вы проведете меньше времени на унитазе. Антипробуксовочная наклейка для ванны. Если в вашей ванной очень скользко и вы боитесь подскользнуться и упасть, то такая противоскользящая прозрачная наклейка – это отличный вариант. Пользоваться ею достаточно просто. Снимаете защитную пленку и наклеиваете на ванную. В комплекте 6 штук. Такая наклейка обеспечит устойчивость в вашей ванной комнате. Вам больше не придется бояться упасть, проводя водные процедуры. Стильный поворотный держатель для полотенец. Позволяет держать полотенца развешенными, не занимая пространство ванной комнаты. Очень удобная и функциональная конструкция, которой удобно управлять и настраивать. Такой держатель хорошо впишется в интерьер любой ванной комнаты.
Современная душевая система. Удобная, продуманная, стильная, современная модель. Она прекрасно впишется в интерьер вашей ванной комнаты и будет смотреться гармонично в хромированном цветном исполнении. Данная душевая система является прекрасным гидромассажным инструментом, позволяющим создать эффект настоящего тропического водопада, который прогонит усталость и поможет расслабиться. Душевая система классная. Излив является переключателем на лейку или верхний душ. В комплектации данной душевой стойки входит верхний душ, шланг, лейка, штанга с держателем для душевой лейки и смеситель. Размер данного душевого гарнитура регулируется по высоте от 85 до 140 см. Мыльница со сливом идеально подходит в ванную комнату для хранения мыла. Отлично решает проблему размокания мыла из-за остановки воды в мыльнице. Благодаря присоскам устойчиво держится на поверхности раковины или ванны. Наличие так называемого слива, благодаря которому вода не задерживается в мыльнице и не размягчает само мыло, делает мыльницу мега полезной вещью. Удобная швабра с распылителем. Досконально продуманная конструкция швабры Полутора с применением очень прочных материалов, оптимальным размером рабочей части, достаточно вместительным резервуаром для воды на 350 мл и вращающимся на 360 градусов стержнем хватит для очистки комнаты площадью до 100 квадратных метров. Благодаря столь гибкой конструкции швабры, ей удобно мыть даже под диванами, шкафами и прочей мебелью. Полутор оснащен распылителем, который обеспечивает дозированную подачу воды. Он способен распылять воду на расстоянии до 95 см. Тканевая насадка из тонких волокон хлопка легко и быстро справится даже с непростыми загрязнениями. Более жесткие волокна Полутора эффективно удаляют различные пятна, потеки, засохшие на поверхности соусы и другие загрязнения, когда более мягкие позволяют впитывать жидкость и влагу. Телескопическая штанга Полутора позволит настроить оптимальную длину как для комфортного процесса уборки, так и для компактного хранения изделия. Амортизирующие насадки для сидушки. Еще одно недорогое, но очень полезное приспособление предназначено для амортизации сидушки в тех случаях, когда она самостоятельно падает на унитаз. Мягкие вставки крепятся под ободок в четырех точках с использованием встроенных липких полосок и способствуют избавлению от громких и пугающих звуков. Установка занимает не более нескольких минут. Изделие совместимо с большинством из популярных моделей сидушек. Дизайнерские накладки для сидушек унитаза. Скучная белая поверхность стандартных сидушек не оставляет никакого желания задержаться на них подольше. Зато такое желание оставляет дизайнерский вариант, украшенный рифленым рисунком в виде цветочков и окрашенный в один из трех доступных оттенков зеленого, розового и синего. Приспособление изготовлено из гибкого материала и устанавливается поверх стандартного сиденья. Поверхность накладок приятно ощущается кожей и легко очищается от загрязнений. Дезодорирующий коврик для писсуаров. Если долгое время не заниматься чисткой писсуаров, то в скором времени они станут причиной появления неприятного запаха. Одним из способов борьбы с ним являются специальные амортизирующие коврики, изготовленные из ПВХ. Наличие множества отверстий на них позволяет беспрепятственно пропускать жидкость. Комбинированная взросло-детская сидушка. Детям довольно сложно пользоваться взрослыми сидушками, а поэтому для них нужен особый вариант сидения на унитаз. В этом приспособлении взрослый и детский варианты были удачно скомбинированы. Таким образом, здесь уместилось сразу две сидушки. При этом верхняя из них обладает меньшим диаметром отверстия и предназначена для детей. В любой момент она может быть откинута, чтобы унитазом смогли пользоваться взрослые члены семьи. Насадка на биде. Хромированная насадка для шланга с водой превращает его в удобное средство для подмывания. Подача воды здесь регулируется с помощью рычажка. Для вывода жидкости используются многочисленные сопла, которые разбивают единый поток на несколько мелких струек, что позволяет сэкономить воду. Корпус крана изготовлен из прочного ABS-пластика. Установка приспособления не требует наличия специальных навыков и осуществляется за минуту. Обязательно напишите, что вы заприметили интересного из этого ролика, мне интересно. Я оставил пару промокодов в описании для максимальной экономии в черную пятницу. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал, дальше будет много интересного. Хорошего вам вечера, увидимся!